создателей фильмов она написала убийство и она нарисовала изнасилование. Любовный треугольник в новом скандальном шедевре «Тупая измена». В роли женщины вроде девушка. Отлично. О, кстати, я забыл представиться. Александр, переводит с греческого «Валера». Очень приятно, Снежана. В переводе с украинского «не поступила». Кстати, да. Ага! Что это? Кто это? Именительный падеж, девочки. А это моя супруга. А ты, кстати, сейчас не у отца крышу кроешь? Девушка! Для кого девушка, а для кого и come here, baby, yeah! Yeah! Ну, дорогая, один раз не ловелас, ну... Да на ней моя брошь! Так это вы, Марлен Дитрих? А я думала, это я, Марлен Дитрих! Да куда тебе, бледная? На себя посмотрите, кровь с молоком. Так это ж хорошо. Так это ж не отстирывается. Девочки, хватит ссориться. Кстати, на кухне что-то шипит и убегает. Это мои змеи. Сын вернулся. О, бать, у меня для тебя две новости. Хорошая, и я новую машину разбил. С какой начать? Давай с хорошей. Я новую машину купил, а? Эх, Андрей, бросал бы ты пить. У тебя уже глаза, как два Аральских моря. С каждым днем все меньше и меньше. И вообще, что у тебя по анатомии? 105-я светит. Сынок, Бог тебя накажет. Я тебе больше скажу, Бог тебя закажет. А можно всех посмотреть? Нет, правило Стэма не позволяет. Молодой человек, а вы мне нравитесь. Нет, я в вашем любовном треугольнике участвовать не буду. Вас там и так семеро. Семеро! Вот не надо меня сейчас пародировать. Я тебя пародил, я тебя и пародирую. Значит так, папенька. Вы б кушали мелок, Машенька, почаще. Ну уж как-то избавляться от тараканов в голове. Хамло! До свидания. Снежана, угощайтесь. А почему это у вас в винограде косточки куриные? Понимаете, такая история. У нас петух жутко был влюблен в виноград. Ну-ну-ну, опять, а! Сколько тебе надо дать 1000 рублей, чтобы ты оставил нас в покое? Ну что вы, дело совершенно не в деньгах. 7500. А это еще кто? А это мой ручной инструктор по фитнесу. Снежана, разогрей-ка 2 по 100. Чувствую, сейчас будет кровавое месиво. От Жика? Почти. Привет, Натусик! Я тебе гвоздики принес. Оставь себе 2, тебе пригодятся. Это кто? Твой муж? Это тот, который копал червей, и у него кроты лопату отобрали? А вы, я понимаю, инструктор по фитнесу? Что-то хиловат. Сейчас я куки-руки поотрываю. Ничего себе! Он у тебя что, полый? Слезай, Светок, павиан! Как подсказывает моя татуировка из хны, пора смываться. Стоять! А это еще что? Это же не любовный треугольник, какая-то пентаграмма получается. Так может я какую-нибудь жертву принесу? Принеси, сынок, но только во имя любви. Ты делаешь работу мне.